В душный летний день приятно съесть чего-нибудь холодного. Однако поедание мороженого требует определенных навыков. Нужно уметь искусно держать палочку, наклоняться, чтобы не испачкать одежду, и быстро есть, пока мороженое не растаяло и не истекло вам на обувь. Внешний слой мороженого покрыт прозрачной оболочкой из воды, жидкого сахара, сиропа, цитрусовой кислоты и стабилизатора. Составляющие продукта поступают в три специальные емкости, в каждой из которых создаются вкусовые вещества, отличные по цвету. На этой фабрике производят мороженое с тремя вкусами — со вкусом клубники, апельсина и черники. Из каждой емкости вкусовое вещество перекачивается в машину-наполнитель. Наполнитель впрыскивает вкусовое вещество в формочке объемом 60 мл. Данный конвейер насчитывает 340 формочек, которые постоянно движутся. Формочки опускаются в бак, содержащий смесь воды, температура которой минус 35 градусов и кальций. Кальций не дает воде замерзнуть, сохраняя ее в жидком состоянии, несмотря на низкую температуру. Когда формочки проходят через ледяную воду, оболочка мороженого замерзает, и внутри нее помещают различную начинку. Как только толщина оболочки достигает 3 мм, вкусовое вещество, которое не замерзло, откачивается всасывающим устройством обратно в наполнитель для повторного впрыскивания. Пустые оболочки теперь готовы к наполнению. Начинку для мороженого изготавливают из различных молочных продуктов, смешанных с сахарозой, сиропом, стабилизаторами и эмульгаторами, которые определяют консистенцию продукта. Полученную смесь пастеризуют при температуре 80 градусов в течение полминуты и затем замораживают. После этого начинку гомогенизируют, снимают с поверхности молочный жир. Пустые оболочки в растворе поступают на устройство для наполнения начинкой. Автомат заполняет их начинкой так, что она на 1 сантиметр превышает край оболочки. Мороженое начинает затвердевать в холодной смеси воды с кальцием. Как только оно наполовину замерзает, другой автомат вставляет деревянную палочку в каждую формочку. Теперь формочки достают из смеси, опускают в бак с теплой 24-градусной водой. Такой температуры достаточно, чтобы отделить мороженое от формочки и не растопить его. С момента первого впрыскивания до вынимания прошло 7 минут. Теперь автомат опускает продукт в холодную воду, чтобы образовать защитный ледяной слой. Это не даст мороженому прилипать к обертке и к тому же увеличит срок жизни продукта. Устройство кладет мороженое на длинный лист бумажной обертки. Нагревательные элементы запечатывают упаковку сверху и по краям. После этого резак отделяет упакованный продукт. Пустые формочки поступают на автоматическую мойку, возвращаясь в начало конвейера. Такие формочки используют для сливочной помадки. Процесс приготовления такой же, только оболочка наполняется помадкой, сделанной из сухого молока и шоколадного порошка. Вместо мороженого внутрь добавляется тягучий шоколадный сироп. Затем на всех упаковках выставляется срок годности и прочая информация. Такое лакомство может храниться в холодильнике в течение года, при условии, что температура в камере минус 25 градусов.